столько народу. Класс. Спасибо большое, что все пришли. Огромное спасибо девочки. Девочки, мальчики. Спасибо всем. Просто это очень круто. Я хочу рассказать вам о женщинах, которые меня вдохновляют. На самом деле таких женщин, конечно, больше, но я выбрала 9 человек, которые сделали меня такой, которая я есть сейчас. Вот то, что я даю вам свое какое-то творчество, да, свои работы, я вдохновляюсь людьми, другими. Так как я фотограф, да, фотограф людей, подрезанный фотограф, я вдохновляюсь очень сильно людьми. И не могу не вдохновляться такими прекрасными существами, как женщины. У каждой из девочек, которые здесь представлены, у них у каждой своя история, все абсолютно разные. Проекты в это разные. То есть я не могу сказать, что все девочки там под копирку похожие или что-то у них есть. У них есть, да, сходные черты характера, харизматичность. Сила, женственность, но все они абсолютно разные. Я, наверное, тоже. Я не могу сказать, что я какая-то определенная и работаю в определенном жанре, в определенном стиле. Да, я снимаю людей, но я очень разная. И вот такая, какая разная я, можете увидеть здесь.